друзья, всем привет! На часах 5 утра, и мне сегодня предстоит путешествие в Сеул. Корейская тетушка едет туда по делам и предложила вместе с ней съездить. Как упустить такую возможность? Так что дети приготовлены, одежду им приготовила, собрала рюкзаки. Ну, единственное, я надеюсь, что они проспят хотя бы до 7, что Алиса не проснется, не будет меня искать. Все, поехали. Сегодня на улице дождь и такой туман. Но уже час пути. У нас первая остановка. Это так называемый Хьюгисо, между городами. Вот такие станции, на которых можно сходить в туалет, перекусить, купить себе что-нибудь. Вон шляпки, например. Здесь была такая прикольная кафешка. Сейчас я вам покажу. Сейчас не работает. Вот она. Здесь продают пирожные в виде какашек. Посмотрите, какие веселенькие. Не знаю, лично у меня в связи с ассоциациями нет аппетита есть пирожные в виде какашек. Но сейчас еще рано, вот даже кофе не работает еще. 7 утра. А мы хотим перекусить. Ну, вот там должно быть кафе круглосуточное. Сейчас пойдем сходим туда. Друзья, мы в туалете, и здесь, смотрите, есть такая комната мамы и ребенка. Хотела вам это заснять. Смотрите, как с комфортом мама может сходить в туалет и ребенка посадить на детский унитаз. И ребенок может в маленькой раковине помыть руки по своему росту. Вот за это люблю Корею, за комфорт. А так, обычный туалет в целом. Я хотела в машине поспать, но не получилось, потому что 6 часов надо было Сашу разбудить. Сейчас 7 часов надо поднять Амелию, чтобы она собрала детей и отвела их в садик, в школу. А я пойду пока позавтракаю. Друзья, здесь не только туалет удивляет, но даже вот посмотрите, это площадка игровая. Как вы думаете, для кого? Для собак. Для детей площадки нет, а для собак есть. Ой, скоро корейская нация исчезнет. Собак любят больше, чем детей. Решили перекусить кимбапом, которым я сделала. Только попить что-нибудь с собой возьмем. Что-то соушки. Что тут продается? Массажер или подставка для чего-то. Массаж делать для лица. Ложечки красивенькие, все блестящее. Забежали в магазинчик. Что тут взять в дорогу пожевать? Вот это типа пастилы, только обычно кукурузные или тыквенные. Всякие разные снеки. Но мы только попить возьмем. Дождь перестал. Красиво стало. Заехали в Сеул.
мост так трясет. Ты бы так съездить не смогла на своей машине. Я иду. Мы приехали до места назначения, нам вот в этот Лотте Кастл. Здесь у меня встреча с подружкой из Казахстана, которая привезла мне сладости. Я уж не думала, что мы сможем встретиться, но вот так сложились обстоятельства. Такая трава смешная, на волосы похожа. Таня, посмотрите, как будто парики разбросали, рыжие его. Друзья, посмотрите, какой отель, дорого-богато. На цокольном этаже все есть, чтобы здесь позавтракать, пообедать. Вот Валя, ради которой мы приехали в Сеул встретиться. Валя работает доктором, да, хирургом, офтальмохирург в Астане. Вот. Очень хороший врач. Это подарки вам. О, спасибо. И передачки. Передачки потратилась. Что там потратилась, боже мой. В общем, мы сейчас в таком шикарном отеле. Сейчас будем завтракать. Валя, расскажи, как тебе в Корее? Ой, ну я первый раз здесь. Всегда мечтала посетить историческую родину. Наша поездка, наверное, где-то лет 6 или 7 она осуществлялась. Потом мы копили деньги. Потом начался ковид, карантин, не могли попасть года два, потом билеты были очень дорогие. И вот, наконец-то, мы всей семьей сюда прилетели, аж на целых 15 дней. Оторваться по полной, да. Ну, я в восторге, мне все нравится. Хоть все говорили, что там еда какая-то специфичная, там что-то может не понравиться. Но не знаю, мне прям все очень нравится. Цены, да, конечно, материально надо сюда подготовиться, чтобы приезжать, потому что деньги тут тратятся только так. Город дорогой, действительно. Вот, но стоит того посмотреть, мы уже во многих местах побывали. Единственное, конечно, из-за сезона, получается, сейчас что у нас? Март. Весна. Да, весна, еще не все деревья расцвели, погода такая прохладненькая, по городу не сильно прям так погуляешь. Тут сыр, я постоянно здесь мерзну, если честно, несмотря на то, что приехала с севера, с морозов. Из-за влажности. Да, влажный климат, но зато нет пыли. Вот мы ходим, вообще прям обувь чистая, это прям удивляет и поражает. Вот, поэтому планируем теперь сюда прилететь на следующий год, но уже либо осенью, либо в такой вот май сезон, когда уже все деревья будут зеленые. Хотим поездить по другим городам, обязательно хотим съездить в Пусан, на остров Чеджудо. В этот раз мы решили не ехать из-за климата, ну, как бы еще все серенькое такое, прохладненько, смотреть нечего. Вот так вот. А так все классно, еда нравится, люди нравятся. Все для удобства людей. Будет возможность, приезжайте в Сеул. Всех приглашаем, всех ждем. Принесли наш заказ, решили кофе попить. Это чизкейк. Это бутерброд такой корейский. Его подают с вареньем клубничным. А, вкусно? Вкусно? Да? Тебе все вкусно в Корее. Сладкий бутерброд, сладкий чай. Нормально. Сначала мне было непривычно так кушать. Тоже. Теперь нормально. Пока. Счастливого пути. Попрощались с подружкой. Друзья, посмотрите, как нам приносят доставку. Видите, пакет лежит на полу возле магазина. Его заказали. Ну, вернее, адрес написали возле магазина. И человек, которому должны были доставить, придет и заберет. Никто не украдет этот пакет. А мы сейчас с тетей Таней спускаемся в метро. Очень удобно, прямо из отеля. Выйдем к поезду и поедем на рынок Тандемун. Чтобы проехать на метро, нужно купить карточку.
Сомнина. Попросили помощи. И сдачи дано? Да, ты же деньги самые. А. Ты же 10 дала? Она 2000 стоит. Да? Проезд всего 2000 вон стоит? Все? Да. Сколько это еще? 8. Ну все? Я одну потеряла. Деньги поставила 50 тысяч. Там у меня было. Это наша остановка. Здесь еще парк есть, было бы время, в парке погуляли бы. Ой, второй выход сюда, тетя Таня. Второй, зеленый. Вот туда. Что-то немноголюдно, да, тетя Тань? Немноголюдно. Мы немножко заблудились. Мы торопимся. Бежим, все на ходу вам снимаю. Кто это? Кто-то смешной. Хорошенький. Можно? Можно. Можно, пойдемте. Мы решили, что можно. Я спотела вся. Может, пешка уже? А, нам надо на ту сторону, да? Как мы перейдем? А, хорошо. В общем, мы приехали на Кишку. Это рынок Тандемун. Я ищу, буду искать ткань. Я буду искать ткань для постельного белья. Нашло вдохновение пошить белье. Друзья, мои видео, как всегда, на ходу, на бегу. В общем, спросили дорогу. Хорошо, тетя Таня говорит на корейском, бегла, узнает, куда нам податься. В общем, идем. Тут должны быть прям тканевые ряды. Просто мы очень ограничены во времени. Но все еще блуждаем. Было бы время, еще пришли бы во дворец. Посмотрели. Но мы опять спускаемся вниз. Не можем найти эти тканевые ряды. Тут настолько огромный рынок, что мы блуждаем. Тут все для вязания, для рукоделия. Посмотрите, фартуки какие красивые. Ой, друзья, целый час мы скитались, нашли рай для рукодельников. Пойдемте. В общем, покупаем ткань, она получается по 7000 вон за ярд. Мы тут замучились пересчитывать ярды в сантиметры. Но, в общем, до нас дошло, как посчитать. Красивый, да? Все красиво. Но единственное, мы не можем подобрать, знаете как, чтобы комбинированная была ткань. А, чтобы была просто не к ней подобрать, допустим, под одеяльник какой-то однотонный. Или наоборот, под одеяльник и просто не однотонный. Здесь мы купили вот такую ткань. Вообще все хочется купить. Смотрите, какие мешочки красивые в корейском стиле. Платьишки. Все красиво. Ох, друзья, времени нет погулять по Сеулу. Уже надо бежать на метро. Опс. Снова покупаем билетик. Ура. Сдачи дали даже, спасибо. Там сами, да. Опять едем в сторону Тандемун с пересадкой. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 станций ехать. Ничего, вырежем. В принципе, друзья, тут легко ориентироваться. Что музыка, как будто зарядку надо делать. Везде есть схемы, везде есть указатели. Так надо стоять. Едем через мост. Бегали, бегали по селу, хоть так посмотрим.
за кошек. Друзья, при выходе из корейского метро карточку, которую вы получали для проезда, нужно вернуть обратно в банкомат, в аппарат, и он вам вернет 500 вон. Да, ты чокарак ищу? Не, чокарак ищу. Тетушка о нас позаботилась, взяла церкви, взяла в церкви для нас, попросила доширак. Вот это называется доширак в Корее. Это набор еды. Посмотрим, что здесь. Тут рис, суп, закусочки, ложка с палочками, котлетка, каша, и закуски. Там, супчик чуть-чуть. Да, суп есть. Мясо какое-то, да? Разные салатики. Еще тетушка взяла нам ток. Это рисовые пирожки такие. Друзья, выезжаем из Сеула. Пробки, как обычно. Хоть сейчас 3 часа дня. Но зато, посмотрите, какой вид. Зацвела форзиция. Да, весна начинается с цветения форзиции, магнолии и вишни. Это первые цветы. Корейская тетушка купила нам вот такой рисовый хлеб. И мы сейчас рассказываем о том, что в Казахстане мы тоже едим такой хлеб. Он называется чартыки, а в Корее он называется чальток. И он бывает разных видов. Вот. В Казахстане похожий мы едим с такой посыпкой из фасоли. Посыпка сладковатая. Вот. А еще корейская тетушка говорит, что в Корее, кто постарше люди, они любят рисовый хлеб. А кто помоложе, любят, ну, обычный хлеб. Ну, кто любит, она любит сэндвич. Да. Любит сэндвичи. А. По этому мосту Инчон едешь, да? Аэропорт. Инчон, аэропорт. А Чунчон. Приехали на Хюгисо. Отсюда такой вид на мост, который только что проезжали. Друзья, здесь можно перекусить чем-нибудь вкусненьким, жареным, вредненьким, всякими хот-догами, кофе купить дорогу. А я хотела взять детям такие, похожие на наши орешки, печенье. Но не могу найти, не вижу их. Это сушеная хурма. Тоже сосиски, токпоки. Нет. Это рыбки. Также здесь продают всякую разную мелочь. Друзья, пришла на запах, нашла я эти орешки. Посмотрите, как их тут пекут. Вот такой пакетик, здесь 8 штук, стоит 3000 вон, недорого. Когда живешь в Корее, то часто видишь такие машины. Везет кому-то новенькие машинки. Путешествие подходит к концу, буквально час остался до дома. Едем. Вот еще одна машина. Машина с машинами. Еще в Корее многие дороги проходят вот так через туннель. Мы, получается, внутри горы проезжаем.
так интересно.